Здравствуйте. Добрый вечер. Я смотрю, что я забыл выложить много лекций. Прошу прощения. И сейчас, когда после лекции я выложу всего, что я вам выложить, Значит, давайте я начну. Добрый вечер. Значит, вот в прошлый раз мы с вами закончили на том, что выяснили, что три вида профиля друг друга определяют, значит вот у нас есть как бы основной профиль Px, граничная кривая которого довольно быстро убывает, и значит который расположен над уровнем, над диагональю, значит вот это циата, это лока Значит, а вот здесь сложность x. И два других, которые совпадают. Значит, везде здесь цитата, а здесь тоже цитата. Значит, здесь у нас минимально возможный дефект. x относительно, а здесь минимально возможный дефект оптимальности. Здесь дефект случайный, здесь дефект оптимальности. Значит, это, это мы называли OX, а это мы называли QX. Значит, э, и, э, они связаны между собой так, что OX приблизительно равно QX логарифмической точностью, а с PX это связано так, что если мы возьмем какой-нибудь то то, насколько граничная кривая возвышается над диагональю, э, равно просто тому, насколько здесь граничная кривая в, возвышается над осью абсцисс. То есть вот этот отрезок значит, равен вот этому. Ну и значит равен вот этому. Все с логарифмической точностью. Таким образом, у нас получается, что ну э, до каждого слова X есть три характеристики. Это, во-первых, длина его, во-вторых, сложность. Ну и в-третьих, это вот граничная кривая, вот либо Q либо O от X. И граничная кривая. Если говорить про профиль P от X, то там Граничная кривая уже определяет однозначно, ну, с точность точностью сложность. Тоже сложность – это э, э, та точка сложности, из которой граничная кривая подходит к оси абсцесс. Вот здесь. Для двух других профилей она может и раньше подойти. Поэтому два других профиля c от x, сложности x, не определяют однозначно. Ну и... Все профили однозначно длину тоже не определяют. То есть длина, она где-то выше здесь может быть. Начало, вот она где-то здесь может быть. Э -э таким образом, статистические свойства как бы определяются не одним, не двум, двумя числами, а это бесконечно мерная характеристика. То есть вот есть два числа, это длина, сложность. И, так сказать, бесконечно мерная характеристика – это граничная кривая. Вот давайте напишем QX. И еще мы выяснили, что эта граничная кривая, вот эта бесконечная характеристика, она с логарифмической точностью может иметь любую форму, лишь бы она вот убывала. Значит, для нее единственное ограничение, что она начинается на уровне ниже длины и подходит, достигает нуля до сложности x, не позже. А в остальном она может быть любой. Ну, в частности, возможно, такие крайние случаи, там, так называемые антистахротические слова. Это такие слова, для которых вот это множество px, оно наименее самое маленькое. Ну, значит, если фиксирована длина и сложность k, то это самое маленькое получится, если вот... Значит, вот это лога. Если взять длину, вот так эта функция идет под углом 45 градусов граничная. А затем, когда мы подходим к сложности, она резко обрывается. Вот там ну, на уровень сложность минус 1 она еще высоко. А, ну, более-менее на уровне, там вот если эта сложность равна k, то тогда здесь будет значит, n минус k. То есть вот она до уровня n минус k и спускается прямо по диагонали, а потом резко падает. Ну и э, если применить теорему э, про существование слова с данным профилем, вот к такому профилю, мы получим, что вот если у нас данные два числа k и n, k значит меньше равно n, то существует такой x, у которого э, значит, стакастический профиль, ну вот примерно такой, как здесь нарисовано с логарифмической точностью. То есть, в частности, значит, для него вот это самое множество Q от x, оно выглядит, значит, если на той же, значит, это я имел в виду, что здесь p от x, вот так выглядит. А Q от x для него будет выглядеть наоборот, вот значит, здесь будет n минус k. а потом резко в ноль. Существует x, сложность которого примерно равна k, для которого вот этот вот код x вот такой. Длина равна n. И, значит, Профиль такой. Но ну, что здесь важно? Важно, что если мы возьмем вот точку вот примерно здесь, который, у которой абсцисса примерно k, а ординаты n минус k, то она уже будет лежать вне профиля. То есть x не является... Значит, сложность x равно k, а само x не является k, n минус k, ну, тут надо, конечно, вычислить логарифм. К минус... Ну, давайте я напишу К минус эпсилон. К минус эпсилон. Н минус К минус эпсилон стахастическим. d эпсилон это у большой от логарифма. Ну, такое самое худшее, что можно себе представить. Значит, сложность равна k, значит, и тем самым есть синглитон x сложности k, у которого, который показывает, что k0, оно будет стахотическим, а если чуть-чуть уменьшить k, то совсем плохо становится, но не будет k, n-k, хаотически. И, значит, это ответ, дает ответ на тот вопрос, который мы интересовались раньше. Вот Шейн учит, что если альфа, 2 альфа плюс бета существенно меньше n, то существует слово, которое длины n и не альфа бета стахастическое. И вопрос был в том, можно здесь 2 альфа заменить просто на альфа. И вот это ответ на этот вопрос положительный. Значит, если альфа плюс бета существенно меньше n на некоторое эпсилон, который n, то существует такое слово, значит, ну, альфа надо взять k минус эпсилон, бета любое, значит, годится, которое ну, меньше этого, и вот существует, значит, слово, которое не является стахастическим вот с такими параметрами. Значит, видно, что нам достаточно, что альфа плюс бета существенно меньше, чем длина. Сложность такого х будет равна k, пример. Вот. А, значит, таким образом у нас для каждого слова x возникает вот такая бесконечно мерная характеристика, которую можно тремя разными способами определить. Значит, как бы через э, идею, связанную с э, методом наибольшего проподобия, это PX, через э, альфа с костичностью, это QX, или через принцип MDL, это OX. Так вот, оказывается, что ее э, еще двумя разными способами можно определить. И один из них рассматривался уже довольно давно, 70-е годы. Э, и этот подход связан значит, с так называемым понятием логической глубины. Давайте я сделаю отступление, как бы, а потом назад мы придем к нашим профилям. Вы страницы не перелистнули Да, сейчас. Значит, логическая глубина. Вот, э, ну... Э, Этими вещами, значит, занимались разные люди, очень похожие, там, Бернетт, физик, Копель, кажется, математик, ну, и другие, Фортнелл. Ну. Значит, все эти люди пытались, как бы, отделить, понять, ну, грубо говоря, вот есть представим себе, что мы бросаем монетку много раз и получаем случайное слово, ну там длины n. Значит, это слово имеет сложность порядка n, если монетку бросаем n раз. И в нем тем самым n бит информация, но вся эта информация какая-то бессмысленная, она никакого интереса не представляет. Это как бы весь, вся информация заключается в шуме. И рассмотрим, наоборот, какое-нибудь содержательное. Вот, допустим, мы взяли какую-нибудь картинку. Ну, и, и, представили ее как, там, не знаю, шипек файл Значит, тоже появилась некоторая строка какой-то длины. И у нее есть тоже какая-то сложность. Ну и представим себе, что у него сложность равна вот тому же самому n, что у случайной строки. Значит, сложность у них одинаковая, длина разная. И, и вот мы хотим как бы отличить первую строчку от второй. Значит, их отличает длина. Но можно рассмотреть другой пример. Когда к первой строчке... Значит, давайте я напишу. Первая строчка – это просто случайное слово это x1 пусть будет x2 это там какой-нибудь файл картины. значит этот самый картина представим себе что сложность у них одинаковая и у того и у другого приблизительно одна сложность ну скажем к то есть мы бросали x1, мы k раз бросали монетку, а x2 ⁇ это картину, которая сложно сказать, такой же. x2, вот x1 мы тоже можем добавить нулями, чтобы длина была достаточно большая. То есть, ну а сложность останется той же, примерно. Таким образом, у них и длина одинаковая, и сложность одинаковая. Можно ли как-то в теоретике информационных терминах объяснить? что а, x2 представляет для нас интерес, там как бы что-то интересное для нас, полезное, а в x1 это чистый шум. Ну и вот а, они как бы пытали, пытаются а, вот такую характеристику вести, которая называется логическая глубина. Картина будет глубоким, а x1 неглубоким. Формальное определение значит, происходит через калмогоровскую сложность с ограничением времени. И э, идея такая, что э, для x1 есть программа очень короткая, э, ну, сложности равной, длине равной сложности, которая очень быстро печатает x1, а и, для x2 такой программы нету. То есть э, давайте я э, более теперь формально. Вот у нас я напомню, что умелгоровская сложность вообще определяется как минимальная длина p такая что универсальная декомпрессор на p выдает x теперь давайте зафиксируем некоторую машину тьюринга значит фиксируем машину тьюринга вычисляющую эту функцию u Тогда для машины тюринга можно вычислять время ее работы, количество шагов. Давайте обозначать T, U, T, вот P. Это количество шагов программы P. Ну, не программы P, а скорее машину на входе P, правильно сказать. Так, теперь мне нужно перейти на новую. Так, сейчас... На это. Так, видите, пустую новую. Да. Ага, хорошо, Давайте это уберем подсказку. Так. Вот. Значит, в связи с этим возникает, так сказать, колмогорская сложность ограничения времени. Значит, C обозначается T от X. Это минимальная длина такой программы P. Ну, слово, минимальная длина слова P что машина Тьюринга на входе P печатает x за не более чем т шагов. Ну вот этот вот эту версию э, э, сложности Колмогоров еще в самой своей пионерской работе шестьдесят пятого года определял и вообще даже писал, что это очень важное понятие, что вот он все время во всей этой статье он игнорировал время но вообще говорят неправильно, время не надо игнорировать. И вот сейчас мы как раз поговорим, что получится, если время не игнорировать. Значит, ясно, что вот это понятие, что вот эта сложность, она больше либо равна сложности, просто сложности. Потому что если у нас ограничение времени есть, значит, называть называется сложность с ограниченным временем. Ясно, что сложность с ограниченным временем не меньше обычной сложности, потому что у нас просто д -д дополнительное ограничение дается. Количество программ, которые печатает X за такое количество шагов, оно, естественно, может только уменьшиться. Поэтому сложность только увеличится. Так вот, разницу между этими понятиями можно как раз можно использовать как меру, так сказать, глубины x. Но, строго говоря, тут важно, какой t мы возьмем. Вот, значит, если t увеличится, увеличивается, вот эта величина, она, естественно, уменьшается. И в пределе она станет равной просто нулю. То есть у нас как бы возникает такая функция. Вот как мы до сих пор у нас всегда есть такой трейдов между двумя параметрами. Здесь будет такой трейдов. Вот здесь t, а здесь вот эта вот разница. Возникает вот такая функция, которая, вообще говоря, убывает и стремится к нулю. Значит... Если она, так сказать, очень медленно стремится к нулю, это вот как раз глубокая строка. То есть формально, можно сказать так, логическая глубина на уровне t ⁇ это просто вот эта разница. Еще определение. Логическая глубина x на уровне t ⁇ это ct от x минус c от x. Значит, если вот взять, да, вот здесь это как раз будем, мер... вот по этой оси ct от x минус c от x. Значит, если взять просто случайное слово, которое получено, если k разбросить монетку, тут для него, ну, просто очень быстро это на ноль сойдет, потому что уже при t равном, ну, более-менее k, мы получим ноль у нас получится вот такая кривая, очень быстро. А если взять какое-нибудь очень хитрое слово, то сложность у него может быть такая же, но к этой сложности будет приближаться очень медленно. И это тогда вот глубокое слово. Значит, вот у нас возникает, значит, уже четвертая граничная кривая. Вот такая вот, ну или то же самое профиль, если рассмотреть над графикой, это кривой. Вот э, я хочу объяснить, что он связан с тем, всеми тремя профилями, которые у нас были до сих пор, а, и для того, чтобы объяснить, как именно связано, нам нужно сделать несколько говорок. Дело в том, что вот эта логическая глубина – это вещь очень неинвариантная по следующей причине. Вот одну и ту же функцию у можно вычислять разными способами. Одна машина может вычислять ее быстро, другая – медленно. Более того, когда мы говорим про машины, мы можем рассматривать разные модели. Например, можно рассматривать одноленточную и двуленточные машины теории у ленточной машины Тьюринга бывает, что вычисляют быстрее, чем на ленточной. Ту же самую функцию. Поэтому, когда мы говорим про количество шагов машины Тьюринга, чтобы это было аккуратно, нужно выбрать какую-то модель, какую-то конкретную значит, машину, которая в этой модели вычисляет нашу функцию. И смотреть, насколько это вообще зависит от этих довольно произвольных выборов. Это не очень хорошо. С таким неинвариантным понятием очень трудно работать и что-нибудь для него доказывать. А что же делать? А делать можно вот что. Вот это время t можно измерять очень грубо. Ну, выбрать такие единицы, что смена модели вычисления или конкретной машины, которая вычисляет эту функцию, не будет иметь никакого значения. Для получающегося множества. Вот как мы до этого делали, мы огрубляли все с некоторой логарифмической точностью, в результате которого, чего у нас э, все, так сказать, склеилось. Так и здесь, значит, надо время измерять в некоторых других единицах. И вот эти другие единицы это немножко странная вещь, а, грубо говоря, вот эту ось времени нужно сильно очень сжать. И при некоторое его очень сильной сжатие окажется, что вот этот профиль, который связан с логической глубиной, это в точности, ну, с логарифмической точностью будет наше профиль, ну, это O от X или Q от X, вот любой из них. И вот теперь мне надо объяснить, с какой точностью надо мерить в чтобы получилось то же самое. Uh. Так, перейдем на новую страничку. Значит, вот есть такая функция. Ее изучали довольно давно. Так называемый busy beaver. Бизи Значит, Бизи это... Бивор это тот самый... Животное такое. Как же... Бобер. Бобер, да. Трудолюбивый бобер. Uh, вообще оригинальная PDBR uh, функция определена рада следующим образом. Мы рассматриваем машины Тьюринга с двоичным алфавитом с N состояниями. И для таких машин Тьюринга мы берем ту машину Тьюринга, которая на входе, на пустом входе останавливается и работает дольше всего. Значит, это вот функция рада, Значит, формально определено так. Рада от это время работы самой трудолюбивой, самой долгоиграющей машины Тьюринга с n состояниями на пустом входе, то есть на пустой ленте. Рада рассматривала эту функцию как пример, конкретный пример функции, которая растет быстрее любой вычислимой функции. Вот можно доказать, что она растет быстрее любой вычислимой функции. Но мы сейчас рассмотрим два аналога, ну почти одинаковые, это функция, которая нам больше подходит, чем функция рада по некоторым причинам. Но идея будет ровно такая же, как у функции рада. Значит, первая функция, ну, давайте ее назовем B'HTX. Это вот что такое. Это максимум. Значит, зап... вспомним, что у нас зафиксирован некоторый у uh, uh, это оптимальный декомпрессор, uh, и машина Тюринга, скажем, одноленочная, вычисляющая эту У. Тогда можно рассмотреть вот такую вещь. Время работы этой машины на входе P, где длина P не превосходит N. И эта величина конечна. То, то есть ТУ от P конечна. То есть он вообще останавливается на входе. Очень похоже на функцию Рада. Только мы как бы взяли как бы универсальную машину и запускаем ее на разных входах, то есть на разных программах. П, То есть она универсальная, P можно интерпретировать как программу, а второй аргумент, аргумент мы опускаем, потому что это просто ее исходное данное, которое есть пустое слово. Более-менее как у RADA. Но строго говоря, это, конечно, зависит от у. Поэтому надо индексу. То есть даже не от самой у, а от машины, вычисляющей у еще, очень сильно инвариантная. Но можно рассмотреть более простую вещь, которая более инвариантная. Она тоже зависит от у Это более но мы через b обозначим. Это максимальное натуральное число x, колмогоровская сложность, которого не больше, чем m. Это уже совсем понятная вещь. И она уже... Значит, колмогорская сложность относительно U, естественно. Сейчас мы поймем, что вот эта вещь, вот вторая, инвариантная, ну, то есть при смене U, от одно, при переходе от одного оптимального декомпрессора к другому, она не сильно меняется. А, а также поймем, что первая функция и вторая – это почти одно и то же, то есть и первая на самом деле инвариант. А, вот, а, Но существует это все варианты функции рата. И вот эта вторая функция, ну, P она тоже очень быстро растет, быстрее любой а, этой самой вычислимой функции. Я, кажется, давал это как задачу, правда, не на этом курсе, а на курсе про Калмогорскую сложность. А, вот. а, Ну и вот демонстрация этого, можно как демонстрацию сказать следующее, что вот если только к этой функции, значит это некоторое число, ну давайте его график нарисуем, может оказаться, тут надо договориться, значит, может при малых n вообще говоря, может и не быть сложности, слов сложности меньше, брано n вообще максимум то пустого слова, ну, давайте считать, что это, скажем, ноль. Значит, сначала она может быть равна нулю, а потом очень сильно будет возрастать. А вот, у нее есть такое свойство, что какую бы вычислимую функцию мы не применили к БУ, она увеличивает S совсем незаметно. Но более точно для любой там, лемма, для любой вычислимой дайте рассмотреть только тотальное значит тотальный f из натуральных чисел натуральное, значит существует такая константа c для которой если f применить к B от n. Я индексу буду опускать временно, потому что нам сейчас можно считать, что уфиксировано. Значит, не превосходит B от n плюс C. То есть применение любой, ну, как бы оно ни возрастало, ну, например, там экспонента, или на экспонент или двойная экспонент, тройная экспонента, все это будет мажорироваться константным сдвигом аргумента вот что значит очень быстро растущая функция в частности такой ее как бы одно из один из атрибутов ее то есть двигаемся на константу и получается более чем в f раз от того что было ну то есть допустим b от n плюс 10 будет больше чем 2 в степени 2 в степени b от n вот что значит очень быстро растущая функция. Значит, давайте докажем это всем просто. Значит, пусть, ну, давайте зафиксируем какой-то n, и пусть обозначим через x b от n. Ну, тогда мы знаем, что сложность x по определению не больше, чем m. А еще мы знаем, что сложность f от x, то есть f от b от n, не превосходит сложности x плюс некоторое c. Но, то есть алгоритмическое преобразование, примененное к x, увеличивает сложность не более, чем на некоторую константу. Значит, константа, естественно, зависит от f. И вот эта константа там здесь и нужна. Вот мы должны договориться о существовании константы, именно эту константу возьмем. Ну вот. То есть видно, что сложность B от N не превосходит здесь будет N плюс C, потому что сложность X не превосходит N. Сложность B от N F от B от N, извиняюсь потому что x это у нас бета, не превосходит n плюс c. А, вот, а, значит, b от n плюс c, оно уж точно больше, чем f от x. Как следствие, а, значит, b от n плюс c, оно не может быть меньше, то есть оно больше равно, чем c, чем f от x. Ну, то есть f от бета. Так, Тимур, понятно это лемма? Да, понятно. Вот, значит, вот такая замечательная вещь. Теперь, дальше давайте поймем, что это функция инвариантная. Ну вот, B от U, то есть B от N, то есть при смене U, а вот в том же самом смысле, как вот эта лемма, не сильно у нас чего-нибудь изменится. Более точно, значит, нам нужно будет сдвигать аргумент, как в лемме. То есть лемма LEMMA... будет говорить вот что. значит пусть У и В оптимальные декомпрессоры. значит тогда существует С, чтобы УТ АТ не превосходит B в этого A, n плюс С то есть при переходе от одного к другому, ну и аналогично, конечно, в обратную сторону. BV от N не превосходит BV от N плюс C. Ну достаточно так сказать только одно из них. То есть, грубо говоря, если мы позволяем себе сдвигать аргумента, это одинаковое значение. Вот в этом смысле это инвариантно. Ну и доказательство такое же, более-менее, как было э, у нас в предыдущем лемя значит, доказательство такое. Ну вот, обозначим через x. Э, то есть, э, да, через x b u, t от n. Ну, тогда c от x, сложность x не превосходит n. Относительно. Отсюда следует, что сложность x того же самого x. относительно v, не превосходит n плюс константа, где константа зависит только от пары ув. Вот. А, ну, а отсюда, конечно, следует, что b в t от n плюс c уж точно не меньше, чем это x. Потому что вот для x... -а Сложность v, v относительно v не больше, чем n плюс c, а, 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 а значит, значение функции вот этой рада в точке n плюс c может быть только больше x. Но по выбору x это b u, t от n было. Мы получаем как раз первое неравенство. Ну и в обратную сторону точно так же. А, вот, таким образом, вот эта функция, она у нас инвариантна в этом смысле. А, ну а про предыдущую, ну, а про первую, которая больше похожа на исходную функцию рада, инвариантность доказ, проще всего доказать вот через эту. Давайте я теперь, значит, для исходной функции докажу. Ну и более того, мы просто докажем, что в этом смысле это новая там функция B' и функция B в этом смысле одинаковая. Значит, первая лемма будет говорить, что B' от n не превосходит B от n плюс c, но и в обратную сторону. Ну, строго говоря, мы должны э, там поставить, ну, здесь какое-то у, здесь какое-то тоже у, и здесь у. Ну, от выбора У не зависит. Это для любого У будет такой верный подходящий подходящей Поэтому У можно вообще опустить. А... Так, давайте, чтобы не торопиться, я сейчас перерыв сделаю на две минуты раньше, чем хотел. Потом продолжим. Значит, ну давайте доказывать. Значит, первое неравенство. Вот у нас пусть X это B' от U от N. Ну, я напоминаю, что такое штрих это э, значит, что X это время работы самого долгоиграющего входа для У длины небольшие. Ну тогда мы можем построить машину v, которая э, делает следующее: она просто эмулирует у и считает сколько-то шагов работала после того просто печатает на выходе это количество шагов. То есть на входе P она просто запускает машину, считает количество шагов, а просто печатает это количество шагов. Ну, тогда для этого V, значит, давайте зафиксируем такое V. Значит, V это как бы V на входе P, это количество шагов, а, ну это у нас даже для этого обозначение есть. Это ТуТ от П. Правда, это не У, а другая машина, но это сейчас не важно. Значит, тогда ясно, что относительно этой машины, вот она на том же самом входе. Ну, возьмем в качестве p вот самый долгоиграющий вход, для которого время работы у было как раз равно x. Тогда вот для этой машины v, v от этого самого p как раз и будет равно x. Тогда, значит, существует для этой машины v, существует такое p, ну, длины не больше n, для которого x равно просто v от p. Ну, а значит, у нас получается, что для машины V Pvt от R не меньше, чем, чем x, то есть b' U от n. Ну, теперь мы знаем, что вот эта b-функция, она инвариантна. То есть это не больше но ну, по предыдущей лейме, чем b у от n плюс c для некоторых константы c. Так мы доказываем первое неравенство. Сейчас, Рустам, это понятно? Ну, прочитайте. Тут есть небольшая нестыковка. Сейчас я объясню, какая. Вот дело в том, что машина Лемма, там первая Лемма, вот на этой странице, она была сформулирована для оптимальных декомпрессоров. Но то В, которое мы построили, оно вовсе не факт, что оно оптимальный декомпрессор. Но на самом деле, если вспомнить доказательства под первой Леммы, то для первого неравенства важно было, что вы оптимальный, а про у не важно было, какой. А для второго неравенства важно было, что у оптимальный. То есть оптимальность нужна только для того, который справа неравенства. Но у нас вот у оптимальный, а вы не важно какой. Рустам, ну чего, просчитали? Ну и как понятно стало? Сейчас, вот, вот самое последнее неравенство, вот где мы... С, э, на С. Сейчас, где она была? Где сдвиг на C? Да. С? Сдвиг на С это вот вот он, где был у нас. Вот здесь вот, вот последнее неравенство, да? да? Да, да, Ну, смотрите, V у нас это вообще какая-то вычислимая функция, даже не, она не оптимальная. А U у нас оптимальная по условию. И э, оптимальная, ну, в, 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 там, B функция для оптимальной со сдвигом не меньше, чем B функция для неоптимальной для любого N. Это вот, вот это вот это неравенство мы используем здесь v может быть любым а у оптимально а c зависит просто от пару v понятно вроде там вот значит это в эту сторону ну а в обратную сторону похоже только надо перелистнуть Значит, значит, в обратную сторону мы хотим доказать наоборот, что b меньше b3. Значит, b. Ну, со сдвигом. Ну и как обычно, давайте вот это обозначим через x. Значит, x это просто некоторое число сложности меньше про n. Ну, наибольшее число из таких, которые сложность меньше про n. Относительно u. Но ну, здесь тоже u. Значит, вот какая-то программа P, какое-то слово P, длины не больше n есть, на котором u печатает x. Значит, Дело в том, что ну, раз, раз оно вообще печатает текст, оно должно проработать не меньше времени, чем нужно для его печати. Ну как мы договорились? Слово x представляется двоичной записью. Тогда двоичная запись не меньше, чем логарифм двоичной x битов. То есть время работы у на входе p уж никак не меньше, чем двоичный логарифм этого x. Замечательно. А, а, а значит, b от n не меньше, чем. Ну, то есть это есть программа длины не больше n, которая работает двоичным логарифмом x шагов. Значит, b' от n не меньше, чем двоичный логарифм x, ну, что есть как раз двоичный логарифм p u от n. Вот мы доказали неравенство в другую сторону, но не совсем в том виде, в котором нам нужно было. А именно мы доказали, что у от Н не превосходят. Сейчас где у нас B'. А, ну да. БУ от Н не превосходит 2 в степени B' от N. Вот. А дальше мы хотим сказать следующее. Что вот у нас была лемма, вот она, про возрастание, что функция b она очень-очень быстро возрастает. Какую бы мы вычислимую функцию не взяли, f, а, вычислимую f, ну, например, 2 в степени сейчас нам понадобится, экспоненту, 2 в степени b от n не превосходит b от n плюс c. А, значит, мы знаем, что b у t а, 2 в степени b u от n меньше либо равно B, ута от N плюс С. Сейчас немножко не в ту сторону у нас получилось. Сейчас, сейчас разберемся. Нам хотелось бы на самом деле здесь аналогичное свойство для функции b'. А у нас получилось немножко не так, как я собирался. Хотел извернуться, применить это свойство для БУТа, но вроде этого не получается. Сейчас как можно спасти доказательства, сейчас подумаю. То есть, если бы мы аналогичные свойства для быстрых использовали. Ну, мы его не доказывали, поэтому не имеем использовать. Мы могли бы это продолжить. Так что вот это меньше или равно b' от n плюс c. И получили бы как раз то, что нужно. Могли бы здесь у поставить. Вот. Но для b' мы вообще-то его не доказывали. Нельзя ли как-то обойти это? А, ну да, надводка действует. Что-то я совсем туплю. Да, здесь мы не будем этим пользоваться, поэтому мы сотренок. Ну, как можно сказать. А что с другой стороны? Страничку можете, пожалуйста. Значит, у нас вот Лемма говорила, что b от u от n больше либо равно 2 в степени b u от n минус c. Ну, вообще-то у нас было немножко по-другому. Мы говорили, что 2 в степени b u от n меньше либо равно b u от n плюс c. Вот как. Но ясно, что это то же самое, ну, путем замена n на n плюс c, ну, точнее, n плюс c на n, мы можем вот такое неравенство записать. И просто теперь соединим два этих неравенства и получим, что экспонента от u от n минус c меньше или равно экспоненты от b штрих у от n. Ну, а потом просто возьмем логарифм и получим, что b у от n минус c меньше равно b штриху от n. Ну, это то же самое, что мы хотели доказать. Вместо n просто теперь назад поставим на плюс. Вот так можно это сделать, не доказывая аналогичного свойства для b штриху. Вот, но ну вообще, поскольку B' и B это одно и то же почти что, аналогичное свойство, конечно, для B' тоже верно, но нам не хотелось его доказывать. Так, Рустам, это понятно? с Рустом вообще не отвалился. Он отвалился. Отвалился. Так, ну хорошо, Тимур вас тогда спрашивает. Да, понятно. Вот. И теперь мы значит, поняли, как мы будем измерять время. Значит, мы на самом деле будем рассматривать теперь вот такую функцию. Значит, сложность в качестве ограничения времени мы будем брать B штрих или B, это не важно. Давайте B штрих сначала, потом B. B штрих от и. То есть вместо t мы B штрих от и. И менять мы будем и у нас независимая переменная, которая будет пробегать натуральные числа. С изменением и с увеличением время будет резко возрастать. То есть у нас такое будет при больших и чрезвычайно большое время разрешаться. Вот мы рассматриваем, будем вот теперь вот такую функцию, как функцию а ты. И ее будем как бы график рисовать. Вот здесь по этой оси это вот эта функция, а по этой оси и. И как бы ось абсцисс э, мы так сжали невероятным образом. И возникает вот опять граничная какая-то кривая. Ну или иными словами, возникает там еще один профиль, ну там DX его назовем. DX – это множество таких пар и G, для которых C, B' от I, от X, минус C от X не превосходит G. Получается вот некоторое замкнутое тоже вверх множество. Ну и оно, что замечательно, обладает свойствами всех предыдущих профилей. На самом деле оно совпадает просто с O от x и, P, и Q от x. То есть основная теорема, которая у нас будет, она говорит, что dx равно с логарифмической точностью, ну там, скажем, q от x. отлога. Давайте сначала, так сказать, до доказательства посмотрим на его свойства. Значит, если оно совпадает, оно должно иметь те же свойства. Ну, например, почему вот это приходит в ноль, эта функция, когда i равно сложности x? Значит, вопрос первый. Что можно сказать про c? B', когда здесь мы в качестве I берем саму сложность x. Я утверждаю, что э, э, разница равна нулю. Иными словами, что вот это имеет место равенства. Но это довольно понятно, почему. То есть смотрите, рассмотрим некоторое x. И рассмотрим кратчайшую программу для этого x. То есть такую p для которого u от p равно x и длина которого равна сложности x. Тогда это p работает количество какое-то количество шагов. Значит, то есть рассмотрим, рассмотрим t равное время работы оптимального декомпрессора на этом входе. Тогда ясно, что за t шагов как раз эта программа печатает x. А поэтому с этим ограничением времени ct от x как раз и равно c от x. Больше времен вам не нужно. Уже на этом уровне достигается c от x. И поскольку t – это время работы вот этой программы p, а длина ее равна c от x, то мы знаем, что t не превосходит p' Вот c от x. То есть э, время работы самой долгоиграющей программы длины, не превращающей c от x, оно должно быть не меньше t, потому что t это время работы вот этой программы p длины ровно c от x. Поэтому э, мы выходим в ноль, ну то есть это разница, уже на уровне b от есть, 3 от c от x. То есть, если здесь отметить c от x, то 0 достигаемое либо на этом уровне, либо еще раньше. То есть, это вот одно из свойств было, скажем, профиля q от x. Второе свойство – это что? Вот эта кривая начинается на уровне n или ниже. Почему здесь это будет верно? То есть, Иными словами, почему это всегда меньше n? Вот эта величина. Ну, понятно, почему она всегда меньше n. Потому что есть. Ну, она даже сейчас, у нас свойство было более сильное, что она даже на уровне n минус k. то есть это даже меньше равно n минус сложности x. Потому что есть очень короткая, есть программа длины n, которая очень быстро выдает x. Это программа, в которой просто зашито все x. Эта программа выдает x, ну, примерно за n шагов, если n длина x. Для этой программы тем самым первое слагаемое, ну, уменьшаемое равно n, И неважно, к чему равно ограничение. Ну, при очень маленьком ограничении, то есть очень близко к началу координат, значение функции не превосходит n минус сложность x. Это там второе свойство профиля у от x. Ну вот оказывается, что не только вот эти два свойства выполнены, но и вообще сами профили на самом деле профиль, связанный с глубиной D и со стахастичностью, они просто совпадают с логарифмической точностью. И вот это мы сейчас хотим доказать. Сейчас Рустам вернулся. Рустам, понятно формулировка? Вы вас выбрасывала? пустом. Так, сейчас мы определили профиль D. Да. Вот, взяли предыдущий Q. А, и говорим, что они совпадают с точностью до логарифма. Да. Предварительно да, мы, мы проверили, что вот два свойства таких простых этого профиля Q выполнены также и для D. Вот. Но это, так сказать, была, была, была разминка. На самом деле, мы сейчас перейдем от B3 к B, от B, к B а так просто будет удобнее, доказывая эту теорему. И будем рассматривать вот B, профиль, связанный с B. Но разница небольшая, потому что B и B' отличаются с двигом И на константу, а у нас все равно с логарифмической точностью. У нас разрешается сдвиги И даже на логарифм. Вот, значит, ну, давайте мы вспомним нам лучше использовать не профиль п а профиль не профиль q а профиль P. так будет тут проще значит у нас вот э, э, связь между ними такая вот если нарисовать профиль q вот какая-то такая кривая будет и профиль P, профиль P, он выходит, он всегда над, сейчас лучше, давайте вот здесь вот так вот, он всегда над диагональю, вот такой здесь сложности x, k. Значит, k это сложности x, я бы сначала. Он всегда на диагональю, и перевышение на диагональю – это вот ровно граничная кривая первого профиля. То есть вот он до этого места идет просто по диагонали. Сейчас давайте я его голубым здесь нарисую. Вот здесь голубая часть. А потом вот она идет вот так вот. Ну, плохо нарисовал. То есть вот на каком-то уровне и вот это вот превышение этого на досе абсцисс это то же самое, что на этом уровне превышение... Сейчас px. Превышение граничной функции, она здесь голубая. px над диагональю. Значит, вот, э, э, вот эта голубая, вот эта, это граничная функция. Я Ну, так называемая структурная функция Колмогорова. И вот весь профиль, он над этой кривой. И вот превышение в точке И, ну, с абсцисса И, вот эта граничная функция над диагональю, это то же самое, что превышение у Q от X, граничная функция просто над осью абсцисс. То есть значение просто граничной функции в этой точке. Вот. Если использовать такую связь между Q от x и p от x, то у нас утверждение переформулируется следующим образом. Значит, давайте я напишу переформулировку. Сначала грубо. Значит, для d вот мы хотим доказать, что c сложное с ограничением в b от I времени от x минус c от x не превосходит некоторого и, что это эквивалентно тому, что значит здесь, что существует а, содержащая x, у которого сложность не превосходит и, и Дополнительно, значит, сейчас как нам лучше сказать? И А не превосходит... Сейчас, я вообще запутался. Здесь должно быть Жи стоять вот здесь. А здесь, значит, А... Сейчас, давайте попробуем так. Два в степени Жи. Это то, что я хотел сказать. Значит, э... не, не, не жи, не два в степени жи. Значит, э, сложность не превосходит и, а здесь нужно было написать c от x минус i плюс g. Вот так вроде. Сейчас. То есть вот, 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 вот эта точка, это k минус i, это вот эта высота, значит. Вот эта высота, это k минус i. И плюс g, вот так а размер А это К минус И плюс Ж. Но здесь тоже лучше К поставить. Значит, давайте К это у нас сложность Х, чтобы одно и то же использовалось. минусы плюс uh, вот uh. Uh. так посмотрите то что мы хотим доказать значит uh, здесь мы хотим чтобы uh, здесь вот мы измеряем c uh, b и от x минус k. Здесь и, и мы хотим написать, что вот, вот эта величина не превосходит g, вот у нас g. Тогда и только тогда, когда вот этот профиль px, граничная кривая, поднимается на уровень k минус и плюс g. Ну, то есть есть множество содержащие x у которого сложность не превосходит И, а размер не превосходит 2 в степени К минус и плюс g. Видимо, все правильно. Вот. Но тут К плюс g и К плюс g справа и слева можно там заменить на G', штрих, просто стереть. И значит, тогда будет написано, что c от b от И не превосходит g, Тогда и только тогда, когда вот здесь не превосходит там g минусы, заменив К, значит, g минусы. Ну, еще даже лучше, наверное, будет, значит, здесь g минусы просто заменить на g, а тогда здесь будет g плюсы. Вот как, чтобы было совсем. Хотя это наверное, не важно. Уже это упрощение на самом деле лишнее. Вот. Значит, вот сложность не превосходит g с ограничением времени b а и, тогда и только тогда, когда существует такой x, содержащий а, содержащий x, у которого сложность не превосходит и, а, а размер не превосходит 2 в степени g минусы Ну, естественно, здесь мы в качестве g будем рассматривать только величины меньше k. Вот. Но, значит, верно это будет, конечно, не буквально как написано, а надо будет при переходе слева и направо увеличивать, разрешается увеличивать I и ежи на логарифмическое, на логарифм М. Ну, давайте попробуем. Значит, слева направо, вот сюда. Значит, вот нам известно вот это неравенство. Тогда, значит, сделаем следующее. А, будем а, все такие x, которые удовлетворяют это неравенство, порождать один за другим. Значит, как мы будем его порождать? Мы хотим, чтобы а, а, как, как бы их порождать вот такими порциями, кусками, чтобы всего было кусков не больше, чем 2 в степени и. Ну, количество кусков или порций не превосходит 2 в степени и. и чтобы в целом у нас было не больше, чем 2 в степени g. Значит, и объединение всех кусков не превосходило 2 в степени g. Как такой процесс организовать? Значит, еще раз. Мы хотим все такие штрих вот с этим свойством. Значит, рассмотрим множество их штрих. Вот таких, что для них c от b и от х штрих не превосходит g. Обозначим его, скажем, через a. Мы хотим a покрыть ну, даже представить как объединение, возможно, пересекающихся кусков множеств. Так что количество кусков небольшое, не больше 2 в степени g, и объединение всех кусков, количество не больше 2 в степени i, а объединение не больше, чем 2 в степени J. Для этого мы делаем следующее. Мы запускаем просто для начала все программы длины не больше i. И по мере их остановки мы увеличиваем значение BAT. Вот как только какая-то программа запустилась и написала, написала, нам выдала некоторое приближение снизу для BAT, мы увеличиваем соответствующим образом BAT. То есть вот это BAT, я напомню, это максимальное число сложности, не превосходящее P. Это BAT мы с 2 в, 2 в степени и, ну, точнее, 2 в степени и плюс 1 попыток можем найти. Правда, мы не будем знать, когда мы его таки найдем, но процесс будет такой. Мы можем запускать все программы длины не больше и параллельно. Когда какая-то из них остановится и напечатает нам число, мы будем знать, что b, а ты не меньше этого числа. Таких программ всего 2 в степени и плюс 1. И поэтому у нас будет не более чем 2 в степени и плюс, в степени I плюс 1 моментов, когда мы будем поднимать вот эту планку B от I. Теперь после каждого поднятия мы можем с другой стороны запускать все программы длины G не, не более чем на Т шагов, где t – это очередное значение планки. И каждая такая программа может нам выдать какой-то их за Т шагов, и это будет соответствующая порция. То есть первая порция – это для первого приближения B от мы напечатали все их штрих. Вторая порция – это для второго приближения. Вот смотрите, это порция для первого приближения, это вторая приближение и так далее. В объединении все порции дают нам заведомо не больше, чем 2 в степени G плюс 1 Элементов. Потому что все элементы, которые входят в Акштрих, штрих имеет голмогородскую сложность, не превосходящую Жи точно. Поэтому таких всего слов не больше, чем 2 в степени Жи плюс 1. И мы умудрились их напечатать, все эти слова, в 2 в степени И плюс 1 порции. А теперь мы делаем очень простую вещь. Мы все это объединение будем резать на, кон на контейнеры размера 2 в степени g минусы. Следующим образом. Вот каждая очередная порция дает нам приращение этого множества. Мы это приращение разбиваем на порции величины 2 в степени g минусы и упаковываем в контейнеры. Одна из порций каждый раз может быть неполной. Теперь, что же мы можем сказать? Что количество полных порций, их не больше, чем 2 в степени g плюс 1, это просто мощность А, делить на размер контейнера, то есть 2 в степени g минусы, что дает 2 в степени и e плюс 1, значит, количество неполных порций, неполных контейнеров не превосходит 2 в степени плюс 1, а количество полных не превосходит количество порций, то есть того же самого. Количество полных контейнеров. Мы делаем что-то очень похожее на то, что уже делали. То есть ту же самую идею вторично мы используем. Таким образом, общее число контейнеров, которые у нас получится, в которых мы упаковали все А, будет 2 в степени и плюс 2. Количество полных плюс неполных. Ну и вот, таким образом, какой-то контейнер будет содержать x. Этот контейнер будет иметь размер 2 в степени g минус как мы бы хотелось, это и будет наша а. А сложность его не происходит, просто количество контейнеров. Ну, то есть, и плюс 2 плюс какой-то логарифмический объем информации. Потому что этот логарифмический объем информации нужен нам просто, чтобы сами числа и же задать. Вот. А таким образом, мы доказали слева направо. Вот там. вы вот у нас тестовый заяц. Как слева направо, понятно? Да. Теперь давайте справа налево. Значит, справа налево нам наоборот известно, что существует А. Там. Справа налево. Значит, известно, что существует А, содержащий Х. Сложность не превосходит А. а значит, логарифм размера не превосходит. Два в степени, что там было g минусы, да? Да, g минусы. А нужно нам объяснить, что отсюда следует, что сложность с ограничением b и плюс небольшой эпсилон не превосходит c от x, то есть k сейчас не превосходит просто g. Эпсилон логарифмическая и здесь мы тоже вообще-то это эпсилон можем добавить. И это нам разрешено. Значит, сделаем следующее. Вот нам дано А. Ну, дано А, которое может задать и битами. Давайте мы, во-первых, заметим, Uh, что uh, для любого X и за, uh, не то, нет, ну вообще для любого, не только для нашего, uh, у него сложность может быть ограничена с ни сверху такой величиной и питов, чтобы задать А, и G минус чтобы задать сам X в А. То есть плюс G минус но с логарифмической точностью, что равно примерно G потому что и сократилось. Замечательно. Тогда сделаем следующее. Мы, у нас есть уверенность, что все их штрих и зла имеют небольшую сложность. Давайте мы для всех них найдем программу нужного размера. G плюс и пусть найдем время работы, ну максимум, значит, максимум времен работы соответствующих программ, значит, что P печатает их штрих и за, ну лучше P штрих, наверное, за да, и P' имеет длину, не превосходящую G плюс эпсилон это. И вот это T мы можем просто вычислить. Потому что, ну, тут имеется в виду, что мы для каждого x штрих берем просто первую программу, которую он напечатала, самую быстро играющую, и среди них берем просто максимальное ну, время, это Т можно найти, зная Поэтому c, А. Поэтому С от Т не превосходит И. Ну, наверное, нам еще нужно э, какой-то небольшой объем информации, ну, константный на самом деле, плюс константный. То есть, зная А, мы можем просто это Т найти, а, ну еще надо знать g и эпсилон, то есть неправильно сказал, надо логарифмический объем информации добавить. То есть плюс эпсилон еще. А, вот, итак. Есть... Извините, а c от t это что такое? Это сложность этого т. c от t. Ага, сейчас. Калмогоровская сложность. Значит, чтобы задать это Т, достаточно задать нам А. Потому что, зная А, но А задается и битами. Кроме того, надо знать еще G плюс эпсилон. Что небольшой объем информации. Зная А и G плюс эпсилон, мы можем для всех их штрих из А найти короткую программу, печатающую это их штрих и взять максимальное время работы всех этих программ нет непонятное сейчас там нет, я, я пытаюсь понять, в какой момент нам стала интересна Калмогоровская сложность времени. А, стало интересно, вот почему. Мы же хотим доказать, что у X есть программа, работающая время B от единицы, B от и плюс эпсилон, печатающая X, а длина программы G плюс эпсилон. А, а Для этого... Мы взяли просто не только x, а все остальные вообще x' и за. И для них нашли вот это максимальное t. Так вот, смотрите, если x' принадлежит А, то мы знаем, что сложность с ограничением времени t вот этого самого, x' не превосходит g плюс ε. И что замечательно, что мы сумели ограничивать сложность t величиной и плюс эпсилон. То есть отсюда следует, что если взять в качестве ограничения времени B а, b плюс эпсилон, это будет больше t. То есть t тем самым меньше b от и плюс эпсилон. Значит, с ограничением времени b от и плюс эпсилон тем самым тоже будет верно, что сложность не превосходит g плюс ε. То есть не только для x, который нас интересовал, но даже для всех вообще x штрих и за, если дать проработать программам время b от и плюс ε, то для каждого x штрих, значит, и за найдется программа длины g плюс эпсилон. Это то, что мы хотели доказать. Но мы хотели доказать это для x конкретного, но получилось для всех вообще их штрих и за. Вот зачем нам было, было интересно, какова же сложность t. Ну теперь понятно стало. Тимур, а вам понятно? Более-менее. Ну то есть идея была в чем? Что вообще говоря, мы из того, что x принадлежит простому множеству малого размера, следует, что сложность x не превосходят примерно G. Ну, потому что значит, сложность А это И, а размер А это 2 в степени G минус Значит, сложность X не превосходит примерно G с логарифмической точностью. Причем это верно не только для Х, а и для всех вообще остальных других элементов А. То есть A все, все, вообще элементы А имеют сложность примерно G, плюс ε или меньше. Вот, это первое важное наблюдение. Второе важное наблюдение, что А имеет малую сложность. А поэтому э, максимальное время программ длины G плюс Y э, для всех элементов X и Z, максимум по всем X и Z мы можем найти, зная само А только. Но вот нам дано А. Мы перебираем все, составляем список всех их штрих из А. И для каждой из них ищем программу длины G плюс ε, мы знаем, что она найдется, которая печатает этот х штрих. И для всех найденных программ мы смотрим, сколько они работали, и берем максимальное время работы. За это максимальное время работы у каждого x штриха из а мы можем найти программу, которая за это время печатает это x штрих. И это время t мы можем найти, зная а. Поэтому его сложность этого времени, самого натурального числа, не превосходит примерно сложности а, то есть и. А раз оно не превосходит и, это значит, что само время не превосходит значение функции busy от i. Ну, с небольшим увеличением. Это, это означает, что за время примерно b от I для каждого x штрих из a найдется программа, не, неправильно сказал, для ограничения времени в b от I для каждого x штрих из a есть программа, которая печатает, ну, длины g плюс эпсилон, примерно g, которая печатает это x штрих за это время. Ну, в частности, это верно для нашего x. То есть есть программа длины g плюс эпсилон, которая печатает это x за время b от i. E. Но это мы хотели доказать. Но я боюсь, что я уже одно и то же повторяю второму разу. Рустам, яснее стало? Стало. Стало. Ну слава богу. Хорошо. Но я думаю, что в этом можно же самостоятельно разобраться. Давайте заканчиваем Хорошо. на этом. Все, тогда спасибо, до свидания. Спасибо, всего хорошего. До свидания.